сегодня 7 сентября началась выставка в Киеве, Киев Фэшн. Я нахожусь на входе, здесь люди регистрируются, поток уже схлынул, первый поток, и все начали работать. Надо сказать, что посетителей очень много. В 10 часов открылась выставка, и сразу все хлынули на стенды. И вот так вот практически на каждом. Я буду сейчас писать короткие ролики, чтобы были легкие, легко выкладывались в YouTube. И рассказывать о том, что есть и кто есть. Значит, Джизела у нас компания из Испании. Они выставлялись и в Москве, и здесь. Результаты очень хорошие. Вот говорят, что в Украине дорогое не продается. Относительно дорогая фирма и всегда много покупателей. Так, про эту фирму я вам пока ничего не скажу, с ними не разговаривал. Чуть попозже. И сейчас мы приходим на стенд, самый большой. Больше стенда ни у кого даже близко нет. Вернее, похожего стенда. Это Jasmine Lingerie. Посмотрите, пожалуйста, какой большой. Вот, пожалуйста, зима. Осень-зима 16-17. Базовая коллекция, фэшн-коллекция, лето, свадебная, там все есть. Это самая сильная фирма в Украине. Видели у нас в журнале, и в Worldwide, и в белье и колготке рекламируется. Если кто-то интересуется, пожалуйста, это очень хороший выбор. Современная, качественная, классная фирма. Так, идем дальше. Сейчас я покажу. Скорее всего, это поляки, но надо будет узнать, потому что тоже не знаю. Пока только знакомлюсь с экспозицией. Видим компанию Марина Марсана, наши друзья. Сейчас очень мало людей. Относительно все. Здесь было не пройти. Но у них постоянно классная продукция. Люди хорошие. Подробно будет репортаж именно с этого стенда. Там все расскажут хозяева и покажут. Это Украина, Яночка Стафеку. Это коррекция такая. Узнаем про цены, расскажем. Ванилин, еще не знакомился. Здесь Аллюр, это Украина, украинская. Фелиция, скорее всего, здесь прибалтийские марки. Здравствуйте. Уточним, расскажем вам. Роксана, Украина. Ланс, Украина. Купальники венгерские. Не Украина производство. Оптовая компания «Гуртовня Ирена» самая крупная, самая сильная и является представителем нашего журнала в Украине. Так что видите, сколько людей? Много. Все представленные тут марки. Да. С девушкой мы знакомы. Польские марки. День добрый. Витам. Мы только что вместе были на выставке, вчера на выставке в Москве были, вот, пожалуйста, уже пьют кофе здесь, мы очень мобильные. Вот. Руководитель компании Ирена, Ирина Чернецкая, помощник, прошу прощения, забыл, представьтесь нам. Супруг. Да. О, ну, конечно, а то все время здороваемся, я не знаю, что супруг. Вот, рекомендуем вам фирму. И дальше, спасибо, репортаж делаю. И Анабель Арто. Это очень крупная, сильная, развивается компания великолепно, открывает магазины свои в Европе и в США. Не говоря уже о России. Добрый день. Сейчас сделаю ролик и к вам подойду. Вот, видите, какой стиль. И, в общем-то, магазины их фирменные. И франшизные. Вот похоже в таком романтическом стиле. С этого стенда тоже будет репортаж. Сейчас их тут снимают. Первая часть. Заканчиваем первую часть.